Добро пожаловать на презентацию мультимедийного пособия «Универсальный супермангал 6 в одном» своими руками. Меня зовут Конюка Владимир. И перед тем, как начать, я хочу рассказать вот о чем. Я обычный человек, владелец небольшого приусадебного участка. Я из года в год строил планы, что вот выделю время и обустрою там уголок отдыха, чтобы можно было, никуда не уезжая, отвлекаться от рабочих будней, устраивать себе праздник на природе в любой свободный день и час, не приурачивая это к выходным и праздникам. Я представлял себе, что в центре этого уголка будет находиться какая-то необычная чудо-печка, на которой можно приготовить все, что пожелаешь. Гриль и барбекю, копчености и плов, шашлыки, люля-кебаб, домашний хлеб и уху, запечь поросенка или барашка. И чтобы это было просто, компактно, недорого и желательно своими руками. Идея зрела давно, но ее воплощение все откладывалось, и приходилось довольствоваться шашлыками на кирпичах. Как часто мы откладываем в самый длинный ящик то, что касается нашего здоровья, комфорта и отдыха. Как будто нам предстоит еще одна жизнь, где мы будем себя ценить и любить. А годы шли в суете, без отпусков, с редкими выходными и с отдыхом перед телевизором. Потом был юбилей. И был шок, что мне пошел 6-й десяток, а половина жизни прошла между работой и телевизором. Я понял, что так жить нельзя. Второй жизни не будет. И я решил начать действовать с постройки этой чудо-печки. Поиски готовой конструкции ничего не дали. То, что предлагает интернет, стоит как самолет и размером как авианосец. Притом самое смешное то, что эти громадины не умеют и половины того, что сейчас умеет мое изобретение, мой супермангал размером с кухонный стол. А ведь я в своем супермангале могу за один раз запечь или закоптить 6 курей или 15-килограммового поросенка или большой окорок. Могу закоптить 3 десятка скумбрий или большого толстолоба. Притом без постоянного присутствия. Не буду вас пугать большими цифрами. Обычно я готовлю намного меньше. Большие загрузки применяю только для особых случаев или на заказ. Но для меня это скорее хобби, чем заработок. Супермангал так конструктивно устроен, что в нем ничего не может подгореть или загореться. Стоять и брызгать из бутылки на огонь не требуется. Среди моих гостей, которые видели супермангал в действии, он неизменно производил настоящий фурор. Сочетание простоты и эффективности не может не восхищать, хотя он сделан только с помощью сварки и болгарки, причем из бэушного металла. Мультимедийное пособие по изготовлению супермангала представляет собой 70-минутный видеофильм, который состоит из 4 частей. В первой части я показываю, что супермангал состоит из отдельных блоков и деталей. И собирая их в различной последовательности, мы за минуту изменяем его функциональное назначение и возможности. Очень похоже на детский конструктор Лего. Во второй части я подробно останавливаюсь на способе изготовления каждой детали. Привожу свои размеры и подсказываю, как вы можете изменить их в зависимости от ваших личных потребностей и возможностей. Третья часть состоит из 2 мастер-классов по запеканию поросенка и запеканию курей гриль. Заголовок 4 части говорит сам за себя. Лаваш на супермангале – минутное дело. Мультимедийный курс «Универсальный супермангал 6 в одном своими руками» – это простой, понятный, практический курс, который способен изменить качество вашей жизни, а при желании стать основой бизнеса. Удачи! С вами был Владимир Конюка. Я желаю вам новых впечатлений, приятного отдыха и нового качества жизни.